А ему уже ебанул эту нахуй пешку. Пытаются сорвать, да, маму с нас. Короче, Лингрен на двоих. Я на Келесите, блядь. Так, ностальгия, ну что у тебя там с пеком? Спек есть какой? Давай показывай своего дерева. Главное, чтобы мана была на эту хуйню. Так, некромантика, ностальгия. И третий челик нужен. Может, Зубраджина? Велема, блядь, и в 4 пускай хилят. Да? Давай, Зубраджин, Велема. Побьешь кинетики. Значит... Ну смотри, ну давай вершами тогда побей. Нормально будет. Ну я не знаю. В принципе, ДПС должно. Хант еще есть. Хант, пускай босс бьет, он 20-ку дает, блядь. Зубражин, твой ромбик. Некромантика, ты центральный. Играешь звезду. И этот. Кто там? Ностальгия. Что у тебя там спекнулся, да? Вытаскивай на панель, ешь ману, вот рыба. Вытаскивай на панель гнев первого уровня. Он без этой, без формы дерева кастуется. Вытащи сразу. Вот. И кинетики бить. Войт что-то проебался. Кто из вас на этом отдельном боссе? Я на Келесите. Окей. Три на пула даете на этого. На Лингрена. Только смотрите там, чтобы... Ну и Талдаром, и Валанер ну, напуливались. И смотрите Вомен, чтобы не сорвали. С пула там сильно не жестите, потому что ну половина меньше там игру. Да после вихря можно бурстить. А, и по вихрям, по масс-сейвам. Он два вихря дает, один ну, при открытии Валанер. При открытии один раз перед закрытием. Там. Может один быть. Ну, короче, первый всегда Лингрен даешь. Первый могущественный вихрь, который. Угу. Но если он дает массакру, это не значит, что вам нельзя, не нужно разбегаться. Вы разбегаетесь. И если вы прожимаете какие-то ложные выпад, роги там. Засчитываете там самых таких целей. Вот давакина, там, хуй. Вот тех, кто ну, эти кинетики подбивают. Лока там, смотрите, особое внимание хилы. Вот, и... Ну, короче, разбегайтесь, блядь. И на фул старайтесь захилиться перед тем, как он прокастует этот взрыв. Ну, а второй, это уже, наверное, то есть, если он второй кастует, когда Валанер... То есть, если написала могущественный вихрь ДБМ, то, значит, он кастует. Вот, ну и все. Топа биг дэм. Пару драйв ланы еще успеем, если сейчас быстренько зальем это и вальку. Да пора уже лану убивать. Да. Давайте. Там хуйня. Так, все готовы, дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Келесета забери. Я же забрал. Блять, ну как так, ровист? Он вылетел, что ли? Я не знаю. А он при чем? Я тут ебью. Да просто Келесет согрелся у тебя. Странно. Ладно, извиняюсь, если что. Некромантика сдох. Как нахуй? На вихре, блядь.
Ай, у нас этот... Рови стресса его. Он бьет, бьет с веры. Веру. Ну хули поделать, резай некромантику, что поделать. Отведи чуть, отведи чуть. Некромантику захилите. Не уроните, главное, кинетику. Все, Келли, готовьтесь, миники, бежать. Только на пул дайте там, вы когда пришли на это, дайте на пул на меня, роги там. Что там у него этот мистери, смотри осторожно. Побежали. Че, убегайте отсюда. 5 секунд откроется. Следующий. Отдаю сокру. Блять, сдал ее. Ну блять, ну вы что нахуй? Ну не надо их вместе сдавать там, вы чё? Пиздец, ребята, нахуй. Я ж сказал, блять, вам. Давай я жду от тебя, а потом я. Вот как некромантика сдыхает, нахуй? Отбегайте от него, что ли? Или ты набирай рейш от людей, нахуй? Или ты бегаешь по КД, блядь, ты не видишь стаки на тебе, блядь, тебя дамажат, нахуй. Давакин вылетел, нахуй. Кинетик убейте все, некромантика лежит опять. Ностальгия. Акиса, вставай, захилим. А веру давать не будете? Вообще была. Надо, как бы, я не знаю, чего, блядь. А, не было. Этот, ностальгия, ресай некромантику. Минутку там улучшишь, некромантику ресай. Это кинетика упала, нахуй. Захиливайтесь, нахуй. Да. Ностальгия сдох сам, нахуй. Вот при таком исполнении залупа будет полная, нахуй, а не босс убитый. Там сзади кинетика падает, маг. Я поднимаю ее. Два челика, кто кинетику били, они сдохли, если что там вам. Для справки, блядь, информация, нахуй. Побежали. Вадикон, ресай этого. Ностальгию. Келесет отведи. Вадикон, ностальгию ресай, а ностальгия и реснишь некромантику. Это последний шанс. Ну что вы там, Вадикон, реснишь его, нет? И что там, найти не можешь? Да он за столбом лег, и я бегу, у меня 11 стак. Я типа надо в упор подойти, чтобы я его реснул. Ну, как сбросишь, слезнешь тогда. Сзади вихрь, осторожно. Войда, подхильте. Побежали, побежали. Ностальгия, ностальгия, некромантику ресы, алло. Могучесть. Отдаю сокру. Угу. Захиливайтесь на фулл. Не двигайся, подушка, не двигайся. Сначала захильтесь. Вакханалия какая-то, блядь. Манна, зиммер, залить. Подушка, ставь тотем. Шалфир, гем на ману. Блядь, подушка, ну не бегай, ну встань ты, постой. Стаки, скинь себя. Вот. Отдай сокру. Сдал. Каску, лапу, пристабав, обновите по некромантике. Не знаю, есть, нет. Здесь обновляли.
Это что, кинетика упала мне? Угу. А какого хуя нахуй? Что, по-русски не доходит? Ну кинетику нельзя ронять нахуй, ну бейте. У вас рейд 20 рыл, сука, стоит. Помогите, блядь. Видите, они не справляются, блядь. Хант там нахуй в одного будет держать, блядь. Сказки мне рассказывайте нахуй. Нихуя не можете, блядь. Вы, блядь, команда или кто нахуй? Смена цели 5 секунд. 2 секунды. Келесит вроде будет сейчас. Вот идите келесита бейте, блядь. Еще в бирсу упремся нахуй. Два дамагера лежат нахуй по 20 тысяч. Кинетика на пьедестале. Не достаю до танка. Так, панцирь отдал. Все, мне похуй. Не бегайте с этими сферами, уже похую. Все, идите на другого босса. Подушка, ну как, блядь? Ёбаный в рот. У меня два вихря рядом. А, ладно. Сзади падает кинетик. Кинетик, квадратик. Все РДД играем, там подохли все. Вот упало, блядь. Отдаю массакру. На ХП читай пэса. Немножко подхильте. БРов нету, играйте, блядь. Сколько там лямов у босса, скажите? 20. Вы должны добить. Кинетика вот луна нахуй падает, блядь. На берсы 2 минуты. Не падайте, просто. Отдай массу. Стал. Эльнурио, дай на ХП. Уже читал. А, ладно. Еще походу келесит и будете пить. Не, мало маны. Ставьте тотем все оставшиеся хилы. Эльнурио на ману, давай. Норвист по 6 шектору, давай, инер. Ты на кого-то дал уже. Ну, Вадикон, дай по нему. Отойди, отойди. Я в шектору не дал. Все, мана есть. Мана есть, это хорошо. Давайте, блядь, играйте. Вот минута, это. Минута. Да, должны успеть. 5, 4. Уже переключится на этого, на Валанера там, и уже через него добьете. Смена цели 7 секунд. Кинетику подбейте, еще выпануться можно нахуй. Все спокойно добивайте просто и все. Еще вихрь будет один. 4 ляма. Блять. Сейвы есть? Да, массакра есть. Отдам. Отдал. Не бегайте, дайте подними. Нихуя, 7 да. Секунд верстку. Скажите мне, что там воятель есть. Нет. Нету. Рот ебал, блядь. Зап упали. Параша ебаная, блядь. Зато с первого пула. Зато калейка. На Вальку, на Вальку бежим. После Вальки уже. Не с первого пула, блядь. Блядь, не задавай таких вопросов, блядь. Хан, короче, ты осу приручи, а Сата сверху держит слово. Она на этот шалазаре там водится фиолетовая. Если ты меня слышишь, Хан. Шектор тебе не надо, что ли? Ну, у меня эти ТТГшные с бонусом.
Рарник, я могу взять, но за десятку, чисто так. Ну, он и рарнику за десятку дал. Хочешь, ну, возьми. Окей. Не, не надо. Ой, что это, блядь, ткань. Надо кому-то, нет? О, ностальгия ебашит. Кольцо неплохое. Что ты думаешь, вместо ТТГшного поставишь получше будет? Так, погнали Вальку захилим. А сколько не было? Не, не было. Был, я забрал. Кто забрал? Осколок он твой забрал. Из пизды получишь, блядь, забрал он осколок. Прикинь, просто незаметно умыкнул, блядь. Ну, из пизды. Такой, блядь, бегает там. Ну шо, блядь, ждете, да? Я понял. Разбафает. И пойдем. А кто ливнул, блядь? Кто-то ливнул или что-то? А, история? Вижу, вижу. Ну он на рогу уже, он сюда. Тебе ИП на рогу накидывать? Да, я бы пошел бы рогой. У нас просто РДД. Так. А Валкар, Жуй Болт еще тут? Ничего, нигде. Блядь, что-то стрима у меня нету. Так, ну чё вы, блядь, дрочим нахуй. Жуй Болт здесь. Ага. Кстати, а какое средство недели? 25. Ебать. Чё? Нормально так, мне нравится. Ну а хули бы не нравилось нахуй. Кто ГМ там? Вы держите игры. Держим, держим. Не напуливают просто. По-любому здесь в этом. Уже второй раз, блядь. Блядь. Да тут, сука. Я только разогнался и пиздец. Так пачка такая большая, конечно там ёбнет, блядь. Я через охотницу хуярю, а тебя этот полководец, наверное, разъебал. Дал какой-нибудь вихрь там условный и все. Ну, ледяную пидоршу грипнул. Охотница еще. Рарник так понять не может. Не расходись. На бойсе можно. 10 стою, 10 секунд стою, жду, жду, жду. Наверное, прожал крылья, все пиздец. Нет, а зачем ты крылья прожал? Чат. Видишь, эти на пулы полетели друг к другу в ратрик, ой, в этих, ну, в рок. Иначе не улетай. Видишь, что танк полетел на пол? Ну вот, может улетать. Я не жду, да. Смотри, первый сдал в кого? Друг друга сдали. Только после того, как ты умер, начали сдавать в танк. Я после этой хуни как поздыхал пару раз, блядь, на фурике, нахуй. Поэтому танк на это сдавать начал, блядь. Ну давайте, пацаны, я, блядь, гильдии помогу, нахуй. Сдал декатанка. Вот и в итоге и танчу 10-й год, нахуй. То есть вроде у нас и хант есть на пулом, вроде и куча рок, а ну. По идее, в априори не должно сорваться вообще с танков ничего. Ледяная. В нее переключайтесь сразу. Нам уже стримит он. Если кто-то нам на замене сидит, смотрит. Что, давай сейчас всю пачку сагрим? Че, серьезно? Ну я агрил, блядь. Короче, хильте сейчас, блядь, незыбку отдам. Да, только, да. Только не подходите сюда, милики, сразу говорю, тут этих пидоров много очень. Только это, на пульчик аккуратно под ложную подам дайте и убегайте отсюда. Пускай РДБ бьют. Я в боксе это отвернулся. Короче, ражненько держу пока что. Все остальные что-то. Короче, кровь вампира отдал, блядь. Вон еще вихрей. Лучший стан давайте. Ну,
Потому что они, блядь, шотнут. Нарарник отвалился, блядь. Сука. Хуярь, Рарник, ты под зубами, блядь, давай, хуярь. Блядь, грипп что-то не сработал на этого гусяна. Приморозили. Хуёво. Ну, обычно мы так проходили, как бы, ну, агришь, все типа, и одного выводит полководца этот танк какой-то, точечно забирает, его бьют, типа. Ну, можно и так, типа, все агрит. Только главное, блядь, понимать, что там вихри, блядь, что там шотает. Осторожненько так. Ну, типа, лужу разлил, подбежал, бурю дал, отбежал. Рейндж, в принципе, больше у этого. Как он называется? У правосудия, блядь. Копье ждем. Че у него два щита, ёбаный в рот? А, во, нормально. Главное, это мелких мобов тоже залейте. Копье кинуло. Меня. Заберите копье. Раз. Они убили нахуй. Не, я успел забрать. Сука. Короче, покикал дохуя людей там с гильдии. Не знаю, ну кто месяцев ФК там был, 15 дней, 10 дней там. И покикал тех, кто вроде вижу в онлайне, но ИП мало нахуй. Ну не играют люди. Вот если чего-то там твинка кинул, ну еще без заметок некоторых кикал. Так что если человек в гильдии появляется, там надо писать, чей это твин, блять, кто это, Вася, Петя, спек там, блять. Чей-то кореш, если там, блять. Вася спек. Ну что-нибудь, да, допустим, Вася кот, нахуй, или Миша Фурик, нахуй, там что-нибудь такое, блядь. Нурик Хэприс там, блядь. Ты куда моих твинков покикал? Я не знаю, блядь. Я смотрю, ты тут, блядь, одних твинков покикал, блядь. И не только моих, Титикака, блядь, шо все, это имя имён. Так он и есть, да, он просто, блядь, сидел на РТ, ну я не знаю. Ну, челик такой, знаешь, ну, решил себе и решил, блядь, ну, пойду-ка я нахуй в РС-ку, нахуй. Хули, гильдия с пугами в 25-ку собирается еле-еле, нахуй. Нахуй надо, типа, блядь. Просто пацан решил играть не с нами, блядь, и все. Вот и все, блядь, нахуй нужен гильдий. Так, ну, кстати, да, где два носка? Два носка тоже, нахуй, скоро кикну, блядь. Тоже играл, взял, ушел, блядь. Ну, он же сказал, не хочет вайпаться. Ну а кто хочет нахуй? Никто в рейде тут не хочет вайпаться, блядь. Потому чтобы не вайпаться, надо, блядь, 10 нуриков добрать, и тогда, может, второй рейд будет собираться, блядь. Клодов создаем, пусть играет за нас. Так, чё по локам, луки, поиску? Давай на мистере я поставлю. Давай. Ну понял, да, где бегать, чтобы АОЕшка через тебя еще. Я буду. Смотри, можешь под босса встать, чтобы АОЕшка до плечо. Ну там копейки лучше рейд подключи. Ты так пассивный хил будешь бегать. Кого надо, того лечи. Короче, это самое, если вот и справа. Проверка. Так, а кто меня лечит там внутри? А, в натуре. И со мной летает, как в тот раз, да? И там вздыхает. А в середине стоит и просто лечит меня. Тот, а кто все... лечит, так и не собирается. Да, не собирается. Так, только, лечит, Нурик, умер. Нурик, твой триумф, нахуй. Спекайся, нахуй. Холи Прист, спасающий жизнь Холи Пава, блядь. Изи. Смотри, Нурик, ты знаешь, как там летать, а не вздыхать? Ну, их хилить буду просто. Ты стаки тоже лови, только не столько, сколько они ловят. Он там, допустим, на 20 стаках уже будет по пол хп пробивать. Ты лови там по одному стаку. Ну вот залетел, один облачко словил, потом он круг смотрит, уже полкруга прошел, еще облачко перед выходом. Вот. Чтобы ману себе рисовать, да. Да, чтобы это.
и все, и нормально будет. Там за два захода, там шесть, за три захода там 6 таков заберешь. Потом уже не забывай, я шоки в себя буду тоже летать, сам сдавать и сам себя буду подлечивать, но под конец, да, когда там у меня будет под 40 стаков, там пиздец будет бахать меня. То есть мои шоки меня не спасут. Ну, насчет 40 стаков я даже не знаю, блять, как тебе там выживать. Какие 40 стаков? Ты больше 25 не набираешь, иначе тебя шокнет. Ну да. Ну, я тот раз, сколько там, 32, что ли, 33. Ты смотри, вот 20 наберешь, и потом залетай, тоже набирай, там, допустим, ну, 3 стака набирай, там, по 2 стака, типа, один... Ну, я буду смотреть по ситуации, не лететь тупо же, шотать сам себя убивать. Вы через краба хилите? Нет, через лок. Где краб? Краба нету, он лок. У нас все, короче, блядь, краба. Пошли, нахуй, из рот. 3, 2, 1. Так, жирные Лингрена. Чем подавление бьем? Приоритеты все знают. Подавление, магия, в конце толстый. Подавление, магия, зомби и в конце толстый. Под этих пидоров ЛЕшку. ШПшник, я вас не понимаю. Вы что, сука, из Румынии нахуй? Вы бьете подавление сначала, жирного потом. Они стоят, хуярят жирного нахуй. Там милики бегают, бьют подавление, они стоят жирного хуярят. Вот, сука. Повезло вам, что у меня настроение сегодня хорошее, блядь. Ой, за что ты Румынии не любишь? И борода улыбается, да? Ну, там цыгане же оттуда, блядь. Ненавижу, блядь, цыган, в смысле, вся хуйня. Потому что у них не улыбается. То румынские эти, блядь, как эти шпионы, нахуй. Разведного, убегайте. Ненавижу, блядь, цыган. Да-да-да, вот именно, нахуй. Кто включил, красавчик, 50-й ПВ, блядь. Это, трави стресс и ностальгию, чё он чилит, блядь. Как он сдох вообще, как бомж какой-то? Волдернова взорвался. У меня... А, вот мана на БР. Так реса и ману, я хуй знаю, чё вы, блядь. Сейчас выпадёмся ещё, блядь, будете хуйнёй страдать. Фулл баф, по нему каску, лапу, пристабаф. А уешим мелких. Примораживаем. Ну а что, Бидон, ставь тотем Эльнурио гимноману, давай. А, не, не Эльнурио, ну давай, блядь. Ты дал уже, нет, ну давай. Давай, похуй. Я забыл, что летаешь. Так, Шалфира у нас нету, остался только Пэса. Геншин. Чего у него там? Бля. Сколько у тебя там стаков? Ты сдох? Слетели, блядь. Слетели стаки? Ну набирай заново, хули. Там у меня по тридцатнику уже был. Ну это хуёво, потому что половина только хп у босса.
Сейчас сколько у тебя? Блять, это, кто-то с шаманов пойдет летать? Может, за Борджин ты, может, пойдешь? Дополнительно, блять. Пойдешь, нет? Изображение, прием. Все, зашел, нормально. А это, хилы имейте в виду, вас трое. Подушка, бидон и геншин. А дайте сюда этого лоба, что за хуйня, блядь? Хули он там в стене стоит? А киса сдох. Сталка есть? Ностальгия кису резай. Вторая патч. Мистери Кастани СС по Шектору. Притон Кастани по Зубраджину. Уставка еще на второй раз потом. Он летает там? Зубраджин летает, да. Не, Шектор. Шектор летает, да. Вот выйдет Кастанёш СС, да. Притон на Зубраджину. А Некромантика, да, СС по Вадикону. Так, Алдыр не вышел. Все, дал. Готовим сейчас мелкие будут. Ёпта, нихуя себе. Вставай, СС. Не было. Ну как не было? Ну Вадикон резай, хули. Ну как я тебе отдал СС, ну ёлки-палки, шеф. Не было. Все, вставай, заливайте иннер ему. Ставьте а тотемы. Порталом. У кого есть тотемы? Геншин на ману, у кого есть тотемы, все ставьте. Резай ману. Заново порталы летаем. Здесь Зубраджин там копит. Зубраджин и хилишь или нурё там. Так, жирный. Блять, с нихуя просто, мы идем к вайпу, с нихуя. Просто, блядь. Скоро будут мелкие, жирно, смотрим. Ауешь. Как у вас там прогресс? Наебался уже. 70% только хп еще. Сейчас еще разочек. Типа подавление бить. ШП подавление вот этих мелких. Вон еще с правой стороны небитые стоят. Две пачки нахуй. Не толстого, а подавление вы бьете, блять. Алло. Разгром. Убили мага, нет? Убивайте. Ты понадел? Пэсса давай на ману. Пиздец. Мы с Зубром всем ждем, этот полетел со мной. Вы летаете за звездой. Кому непонятно, блять. За хулипалом вы летаете вдвоем. А не как попало, блядь, как вам захочется. Хилы сухие. Ну я не знаю нахуй. Вон, чё звезда не зашла? А уже все долечили. Ну стаков вот у тебя сейчас нету, хилить еще 5%. Вот сейчас Зубраджин будет дохиливать. Сколько у него там? Ну, блять, смотрите, тут миллионы хилить, а не какие-то это. Это не РБК какой-то вам, блядь. Кто дохиливает сейчас стоит? У меня какая-то, ребята, блядь.
немножко хоть рассчитывайте. Так я его бы сдал, мы бы уже долечили на том полете. Подавление убить. По итогу мы с 2% босса так и стоим. Чилим, блядь. Да. Да. После того, как захилиться, надо было давать геру в натуре, блядь. Ебать, кадры, блядь. Пояс, второе КД, да, падает? Ой, пояс, говорю, этот, плащ. Плащ. Я не знаю, стоит идти на Лану или нет, или все уже на сегодня. Да пойдем, давай тренируем, да. Да хули толку. Мы еще трэш будем, пока бить, все время придет. Еще трэш у нас вот 13 минут. Хотя у нас 8 уже, все. Давайте, на этом все сегодня, сейчас я посчитаю, сколько это самое. Завтра Лана, проф, Синдра. Ну, Лана, проф, идем сначала Лана, потом проф. Вот, и уже потом на Синдру. Вот, а там лич хуйня осталась. Сейчас это самое, не расходитесь особо. Кто хочет личать 10 гер, либо научиться, либо хочет убить, либо кто был там с Бигдем. Сейчас это закрываем, нахуй. Бигдем там порешай. Ой, блядь, не Бигдем, Генс что-то порешай с этой, как он называется. Или Вуду поставь, или сделай, чтобы таймер ты видел эти цифры, как он называется. И на удобную кнопку себе поставь, чтобы диспел ты... Ну, чтобы ты секунды видел вот эти именно отчет. Там где-то, говорят, ровист можно поставить в хилботе, какая хуйня есть. Да вы с нуля пойдете или лича дальше? Лич только, там лич. Так. Хурюк. Остальным не надо, понятно. Хурюку пояс. Ну, я бы взял себе. Нахуй хурюку с РПБ пояс, и что там? Ну, я не знаю, он 100% нажал. Ой. Ему типа надо. Не знаю, носит, наверное. Но вообще это бисовый пояс. Не знаю, что. Какой пояс, другой пояс, другой анхолики могут одеть. С ТТГ, наверное, какой-то есть? ТТГ 70. ТТГ, да. Пояс. О, накидка хорошая. Ну. Бисовая. Прям шиковая. Так. Шектор. Геншин. Геншин, у тебя ИП больше. У тебя 71-я. Так, Шектор тогда. Тоже 71-ю меняет. Теперь хилить нас быстрее будет. И Вальку быстрее будет захиливать на туре. Да, господи. Проебался бывает. Можно же разочек. Так, давайте как посчитаем. Из 8 боссов за первого я дал. 7 на 3. Это что получится? 200 получится. Нихуя себе. Правильно же посчитал? 200. А, ты повысил типа ЕПшку? А, по 300. По 300 за босса стал. Так, 200. Так, все, ИП я дал. Все красавчики. Сегодня. Леди со второго этажа, чтобы всегда так и было, блядь. Не со второго. Не со второго. Да хотя бы так уж похуй. Прикинь, на следующей неделе с первого этажа.